Слушайте, ну посмотрите, а? Да, какая красота у нас получилась. Ну, обалдеть. Так пахнет. Ой. Чай. Сейчас пойду еще в магазин. Я же хочу борщ сварить. У меня мясо тоже сварилось, шейка свиная. А я все еще с пиццей возилась. Лёва, чайник вскипел. Лёвка там перебирает вещи. Димины, папины. Что-то мы решили сделать с сыном перестановку, поэтому надо немножко освободить ящики некоторые. Да, в шкафу. Переложим все в другое место. Там в одном ящике лежат, допустим, вещи рыбацкие, а сверху там рыбацкие всякие удочки, а снизу там, допустим, всякая электроника. И мы просто в один шкаф положим вещи рыбацкие, да, одежду вот эту всю, а в другой шкаф положим вещи, которые одевать. Ой, с ножа, злой буду. В свете последних событий. Такое зло, я вообще, если честно, не знаю. Зло, наверное, это не эмоциональные проявления ярости. Зло это вообще другое зло, может быть. Тихое. Что у нас пицца-то, помним, да? Колбаса. Не сырокопченая, колбаса варено-копченая. Сыр, огурец с маринованной, грибы, шампиньоны. Кот Лёвчику помогает. Очень вкусно. Учитывая того, что я еще не ела сегодня весь день, это очень вкусно. Чего, чай, котенок? Нет. Мусорка. Мусорка? Да. Приятно. Спасибо. А я сейчас в магазин пойду и там заберу мусорку тоже. Там тебе кот помогает активно. Что-то катает. Машинка стирает еще. Я же сняла все занавески, выстирала, повесила другие. Потом мне надоели, я решила вернуть те, которые висели, стиранные обратно. А теперь те, которые денек повисели, надо заново стирать. Короче, круговорот всякой ерунды в природе у меня. Пицца вон с другой стороны не сгорела. Все в порядке. Будь здоров, дорогой! Ой, прям вкусно. Вот, что начала там. Больше всего говорить не могу. Шея сварилась. Больше будет у меня с квашеной капусты. Как захотела. Я художник, я так вижу. И перец там не болгарский, такой обычный зеленый. Картофеля нету. Димку просила, когда он поехал на рыбалку, что привез картошку. Он не привез картошку. Забыл. Ой, у него столько там навалилось на работе, поэтому а картошки и напрягало, не надо. Схожу, 3 штучки куплю. 4. А завтра с гаража привезут. Картошку уже мешок целый. Нормально будет. А так, чтобы суп сварить, на раз это хватит. Лёвка на каникулы вышел. Я в отпуске. Решили там в одном месте возле туалета заштукатурить всё. И поклеить. Дела наполеоновские у нас. Планы наполеоновские, будем их исполнять. Пиццу обязательно так приготовьте. Очень не готовьте только на сковородке. Я видела этот рецепт в Инстаграме. Девушка там говорит, типа, мне так еще понравилось. Итальянцы, типа, будут в шоке. Такой вкусной пиццы никогда не ели. Пицца на сковородке, но ну, такое. Ну, когда вот в экстремальных условиях, типа на рыбалке, там где-то в избе, ну, можно и сковородкой. А так, конечно, в духовке она априори лучше.
есть некоторые моменты, которые лучше делать так, как положено. Как пиццу в духовке. Не будет. Я видела, что блины можно делать в мультиварке. Там как бы получается, ну, так себе. Это называют такие рецепты. Извращение иногда. Вот, допустим, как салат с сельдью и с яблоками. Вот хоть и тресните, не понимаю. Кофе с крабовыми палочками и яйцом я понимаю. Я даже маринованный арбуз понимаю. А вот селёдку с яблоком не понимаю. Может, потому что я морскую рыбу не очень люблю. Но морскую рыбу я больше только треску могу. Хек, минтай, вот эти вот могу. Нежирные рыбы. А вот, допустим, как коснется скумбрии, селедки, палтуса особенно. Фу. Не могу есть. Красную рыбу вкусно. Красная рыба вкусно. Там семга, горбуша. И то. Только красную рыбу, только вот подсоленная, соленая такую. Вареная еще можно. А вот если приготовление касается в коже, допустим, копченая, 10% зарядки. Если вот приготовление как в коже, там копченого или еще что-то. Вот этот вот запах морской, который содержится в коже, вот этот жир рыбий. Фу, не могу. Рыбий жир, помните, с ложечки давали? Вот вытерпеть ложечку, съесть там еще можно раз. А сидеть и есть, и еще этим наслаждаться невозможно. Нет. Это невкусно. Ну, я и гречку тоже не люблю. Гречка тоже для меня невкусная вещь. Блин, еще съесть что ли? С голодухи все лезет и лезет, прикинь. Вилка это нравится из набора. Ой, там, кстати, комментариев так много оставили в YouTube. Пишите, пишите. Я вижу комментариев очень много. Очень много. Прям столько, что я не могу ответить на все. Просто физически я даже не могу их все прочитать. И сейчас нет столько времени. Даже. Ну, то одно, то второе. Но я... Знаю, что вы пишете. Я чувствую это. Вообще, много, вообще, оказывается, я много чего и чувствую. У нас уже темно за окном. Вот время 5 часов. Все уже темно. Я пойду в магазин по темноте. Очень люблю эти. Тесто от этого. Вот этой пицце. Просто дофига получится пицца. Угостить, сходить маму, папу. А свекровь сходить угостить. Всем раздать. Димка на рыбалке еще рыбачит. Ему не достанется. Ага. Потом приедет что-нибудь с печем. Потом у Лёвки день рождения 3 числа. 3 числа день рождения. Будем думать, что и как. Так-то выходные, можно куда-нибудь съездить. А можно дома остаться. Ребят пригласить. Смысл только в том, что снег, снега много. А снегоход еще не завести, не поехать. На машине куда-то на природу, так уже сыро будет. Ой, хорошо. Хорошо жить, хорошо. А хорошо жить еще лучше. Посуду только мыть надо теперь. Ага.
Спасибо большое за компанию. Приятного аппетита, друзья мои. До новых встреч.